Нет, данное видео носит чисто развлекательный характер. Я не фанат А4, но уважительно отношусь к его творчеству, творчеству всех блогеров. Что я придумала? Ко мне сейчас приведут этого блогера, Влада Бумагу, и я его тут закрою просто-напросто. У моего внука уже успехи глобальные, но ему не хватает подписчиков. Бабуля! Да внучка я! Внучка! Ты вечно все путаешь! Будет лежать у нас, лечить свои нервы, то мой внук... Внучка! Какая психушка? Кого вы вызвали? Бабушка! Это же Влада Бумага! Повезло, что я здесь хотя бы один. Прикольная комната на самом деле. Смотрите, здесь есть окно в соседнюю комнату. Что у них там за компашка? Владик, а я тебе кушать принесла. Ого, обед. Как в отеле пятизвездочном, свой личный официант. Да, я сначала сама хотела съесть, но держи. Ладно, просто вздремну. Дневной сон точно пойдет мне на пользу. Поможет успокоиться. Влад, ты должен взять меня в свой видосик. Влад, ты должен взять меня к себе. Как вообще Влад в психушку попал? Может, это розыгрыш? Ребята, ребята! Дядя Кирилл, дядя Кобяков! Ой, запуталась, кажется. Неважно. Кто-то идет. Это не Влад случайно? Гюлент! Кобяков! Гюлент! Влад Бумага! Ну, говорит, как Влад вроде. Ребята, пожалуйста, возьмите меня к себе в видосик, а? Здорово! Привет, привет! О. Я не знаю, ребята, это какая-то ошибка. Я им говорю, я Влад Бумага. Они такие, ага, ага. Мы тут тебе еще сладкого принесли. Сладкое? А че там кексики политы? Ничем, ничем. Ну, жопошники, я вам устрою. А кто это у вас? Это моя любимая игрушка. Я без нее вообще плохо сплю, не засыпаю. Бабуля, не слушай их. Они хотят спасти своего кореша. Вы попали в нужные руки. У нас как раз есть два места в одной палате. Вас туда отведут. Мы проанализируем ваше состояние, назначим лечение, и все будет хорошо. Да обалдеть! 10 баллов. А это кто? А, не обращайте внимания, он или спит, или молчит. Лунатик, тут много тюдиков. Да не он, а она! Девочка я! Давайте к делу, как сбегать будем? У тебя, может, есть идеи? В смысле? Я думал, у вас есть идеи. А у нас нету. Ладно, Владик, так и быть, жалко мне тебя. Помогу тебе. Вот, на, держи карту. Есть второй блок, приемная. Ну здесь, посмотри, есть выход. Давайте я буду свистеть в дальней комнате, чтобы все сбежались. А вы пока бегите. Значит, тормози. Ну все, выход где-то здесь. Тут есть только стены, ты чего? Подожди, может здесь какая-то обманочка? Да не, нифига здесь нет, мы пропали. Они уже сейчас побегут за нами. Ну конечно же, это ловушка. Ведь карту дала вам я, а она липовая. В общем, слушайте мои условия. Если вы не возьмете меня к себе видосик, то я никогда вас не выпущу из психбольницы. Понятно? О, ты что спишь? Погнали на съемку. Уже? Да, что ты думал? Такое приснилось, гляньте-ка. Надо почаще отдыхать. Вот так вот, ребята, Влад А4 взял мне свои видео. Кстати, ребята, новые приключения про мороженщика есть еще и в ТикТоке. Пука! Тум-тич, тум-тум-тич, мышка-сосиска. Тум-тич, тум-тум-тич, мышка-сосиска.